Когда я был студентом, у меня была педагогическая, вернее, у Александра Анатольевича была педагогическая работа, он на моем курсе делал отрывок. Сань, давай. Это недописанная пьеса Юрия Карловича Олеши «Черный человек». Значит, суть какая? Там речь идет о 20-х годах. Был своеобразный такой сухой закон на самогон. И я, персонаж Юрия Карловича Олеши, писатель Зант, прихожу в семью почтмейстера брать у рабочих интервью. Почтмейстер и жена. Вот. А они очень как бы и сами выпить хотят, и хотят предложить выпить этому писателю. Вот. А пить нельзя, это запрещено. За всеми следили. Ну, в общем, с тех пор мало что изменилось. Вот. Поэтому производили следующие действия. Прямо на сцене, прямо на зрителя. Ну, идет какой-то диалог, я беседую с почтмейстером, с его женой, разговор. Вот, вопросы задаю, как давно они живут в этой квартире, под лестницей, вот. Вот это все придумал Александр Анатольевич. Я разговариваю с ним, разговариваю, потом делаю следующее. Вот, значит, говорите, давно живете в этой квартире, да? Очень, да, да, да. И как? А какая у вас зарплата? Когда я третий раз отхлебнул из блюдца, Захава упал с кафедры. Я должен сказать, что я пришел сюда с большим удовольствием, потому что всю жизнь мне не хватает тех минут, которые мы проводим с Александром Анатольевичем. Я всегда по любому поводу готов прийти в любое место, где находится мой любимый учитель.